Большое количество мероприятий проводится в Солигорской районной организации ветеранов, посвященных памяти, подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. И, конечно, в преддверии Дня Великой Победы и в год исторической памяти районный совет ветеранов не смог остаться в стороне от проведения мероприятия под названием «Почет и слава победителям». К созданию и реализации этого проекта присоединились также актив районной организации профсоюзов работников образования и науки. Именно с целью в очередной раз вспомнить о тех страшных событиях, почтить память героев, возложить цветы к памятникам отправились председатели первичных ветеранских организаций района. Мы сегодня будем посещать 3 сельских совета, это порядка 9 памятников. И я уже говорила, еще раз скажу, что это не значит, что эти памятники никем не посещаются, не ухаживаются и так далее, и так далее. Но, тем не менее, они как-то находятся немножко в стороне от основных маршрутов, по которым ездят, когда начинают проводить праздничные мероприятия. В год исторической памяти необходимо вспомнить те события, которые были на нашей земле. И прежде всего их надо донести до тех поколений, которые этого не видели. Все это вместе мы делаем с Советом ветеранов района. И сегодня мы проводим экскурсию по памятным местам для того, чтобы еще раз вспомнить те незабываемые страшные дни, которые перенесла наша территория Солигорщина в годы Великой Отечественной войны. Почему именно Советом ветеранов? Потому что это люди, которые помнят. Да, среди них нет участников Великой Отечественной войны, но это дети войны, которые могут рассказать о том, что было. И могут сделать все для того, чтобы это не повторилось.